Алексей Лебедев работает фотографом Федерального научного центра овощеводства более 40 лет. Когда-то во внеисок привела любовь к съемке растений. А теперь один из его снимков украшает конверты, выпущенные к столетию предприятия. Хотелось, во-первых, здание показать, чтобы оно было в цвете. Вот. И было такое, ну как бы фотографии с настроением, чтобы мог взять любой человек. Вот. И посмотреть. Вот, и у него сложилось впечатление вот, о нашем институте такое хорошее, ну, положительное. Поэтому, конечно, есть десятка, даже и сотни фотографий. Вот, я выбрал это. Ну, я показал ее директору Солоденко Алексею Васильевичу. Он одобрил. Тираж конвертов – 300 тысяч экземпляров. 25 августа прошла торжественная церемония гашения маркированного конверта. Торжественная часть процедуры сама гашения конверта, она включает в себя что? Сам конверт. Значит, это услуга Почты России. Соответственно, обычно она готовится к юбилейной дате любого предприятия. Но, в частности, да, мы участвуем на гашении торжественном в НИИСОК, Центра селекции. Соответственно, они заказали конверт, на котором изображен само предприятие, да, указано количество 100 лет. И заказывается календарный штемпель. Он также, значит, заказывается в индивидуальном порядке. Там также видно изображен сам НИИСОК. Центр офиса и самое главное, что дата. Сегодня Федеральный научный центр овощеводства – одно из наиболее известных исследовательских учреждений Одинцовского округа. За свою столетнюю историю он прошел путь от экспериментальной селекционной станции до крупнейшей отраслевой организации. Такую знаменательную дату, как столетие, хочется, чтобы вот таких приятных моментов и капсула, и клумба около администрации с теми изюмными такими селекционерными новинками, чтобы они украшали не только наш город, но и вот вас тоже своими успехами. На каждый из конвертов гости поставили штамп, разрешающий бесплатную отправку в течение всего дня. Директор Федерального научного центра рассказал, что бумажные письма в век современных технологий отправляет каждый день. Мы заказали себе, потому что, я думаю, будет приятно, когда адресат будет идти от нас письмо, в том числе, что оно будет в конверте от Федерального центра овощеводства. После церемонии штемпель, оттиск которого теперь красуется на юбилейных конвертах, отправлен в Санкт-Петербург, в Центральный музей связи имени Александра Степановича Попова. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».